Приветствую, дамы и господа. Сегодня в обзорчике будет вот такая вот бритва. Это новодельная бритва Дова. Собственно, куплена она была новой. Немножко человек ей побрился в заводской заточке и мне отправил. По заводской заточке могу сказать, что вот эта плоскость, она просто не держала. То есть не держала угол. Как бритву вытачивали, я не знаю. Эта плоскость легла нормально. А здесь просто суспензия заходила под подвод. Вот. Пришлось немножко подровнять это все дело, ну и, собственно, заточить. Бритва, волос, когда приехала, волос она не резала. Но, несмотря на это, человек говорит, что брить у него удавалось. Вот. Не знаю, правда, как. Значит, начинаем резать. Меня тут спрашивал в комментариях я по прошлой бритве, я не ответил, комментарий не пропустил. Значит, почему я не распускаю стружку? Объясняю. Первое. Распустить стружку, даже на том же канале Олто рассказывал, я считаю, что это недостаточная острота для того, чтобы бриться. Вот. То, что показывает товарищ Седых по поводу распуска, я так понимаю, у него рекламные какие-то хорошие толстые волосы, где он может несколько стружек с волоса снять для того, чтобы устроить красивое шоу. Я красивое шоу не устраиваю, я делаю просто отчет по заточке бритвы. Собственно, в любой книге для парикмахеров, для барберов вы можете прочесть, что такое тест остроты бритвы. То есть это ногтевой тест и волосяной тест. Бритва должна резать волос от точки удержания на расстоянии 10 мм. Тогда она считается острой и ей можно брить лицо. По поводу того, что тоже был комментарий, что якобы это скорее тест для ножа, чем для бритвы. Я вам скажу, что если вы выточите нож так, как положено выточить бритву, то навряд ли он у вас порежет просто продукты. Если же вы тем ножом, который у вас, как вы показываете, там сечет волос, вы полезете к лицу, я думаю, что у вас будет очень много интересных впечатлений. Вот. Почему? Потому что для бритвы очень важно, чтобы кромка была гладкая. Почему ногтевой тест? Для того, чтобы вы ведете по ногтю и чувствуете, что нет никаких задиров. Это важно при прикосновении с кожей. Для ножа наоборот, нож будет резать волос не своей тонкостью там сведений, геометрии и так далее, а скорее всего пилой, где между зубцами микропилы попадает волос и обламывается. Вот. Таким образом, как бы для ножа одни способы заточки и камни, и абразивы подбираются, и доводка. Для бритвы несколько другие. Поэтому некорректно сравнивать рез волоса там, да, с ножевым. Вот, собственно. Ну, вроде как ответил. Надеюсь, меня поймут. Я буду услышан. Ну, а я, собственно, пока продолжаю кромсать волосинку. Так видно. Так не здесь будет видно. Можно увидеть, что вот она ловит чешуйку. Просто вот я ставлю, там волосина подкладывается. Я начинаю тянуть. Она находит чешуйку и обламывается. Так, вторая контрольная волосина. Начнем от ближе к носику. Серединка. Ну и пяточка.
В общем, как-то так немножко тут вот нарезали. Такая себе бритвочка. Вот в таком вот пластиковом чехольчике. Всем спасибо за внимание.